Привет всем, это Влад. И тут у нас видеопрохождение игры Hunt Shadow. Блин, забыл. Как она там? Новая крайтековская. Hunt Showdown, точно, вот. Showdown, что означает охотники противостояния. Включу-ка я свет, а то темно, как очень темно. Ох, так-то лучше. Вот ночь в игре. И нужно найти, получается, синюю штуку. Там аж две или три в темноте. Кстати, у меня новый игрок, его называют Черное пальто. Одна зарядная пушка. Что, у нас одного раза не берет таких замков? Офигеть, сколько их много-то, а? С этим мы справились. Отлично. Прям магнум какой-то. Отличная пушка. На самом деле. Медная головка. Так, отлично. Вот это. О, только не этот. Что это такое, я не знаю. Мало. Еще. Ох, что же это? Ничего себе. Три выстрела потребовалось ему. Крепкий был. Отлично. Мы нашли подсказку. Теперь нам нужно найти вторую. И у нас очень мало патронов. А эти брать нельзя. Так, пойдем-ка мы вон туда. Совсем близко. Кстати, небо красивое здесь. Их здесь много. О, прямо слэш.
Неизвестно, что это. А это? Патроны опять крупного калибра. О, это где-то здесь. Ну, где? Надо найти. А, вон же она. Я вижу. Так, отлично, собираем, пока не поздно. О, вот и вторая подсказка, здорово. Где-то должна быть третья, бежим туда. Третья, четвертая. Так, мы уже почти на месте. И чтобы пройти туда, придется справиться с этим. Он что, плавать не умеет? А нет, умеет. Вот мы и справились с ними всеми. Это что такое? О, наконец-то. О, нет, нет. Какой-то быстрый, а? Бронированный. Надо с ними осторожнее. Вот такая миссия. Я собрал две подсказки. В этот раз аж целых две. А не одну, как в прошлый раз. Спасибо за просмотр и до новых встреч.